Привет! Сегодня у нас на распаковке новая посылочка от магазина, не буду говорить какой магазин. Пришли камеры, IP Wi-Fi камеры с поддержкой 5G. Ну давай, раскрывай, посмотрим, что внутри. Покажем вам комплект поставки. В таком он чемоданчике, в кейсе, с ручкой. Значит, что мы наблюдаем? Наблюдаем, значит, мы в самую первую очередь уплотнители и антенны от самой приставки, на которую будут транслировать наши 4 камеры. 4 блоки питания, меш управления, 4 блока питания на каждую камеру. Сами камеры, 4 камеры, тоже упакованы в своих коробках. И сам, как можно так сказать, как его назвать, модем или как модем. Его назвать. Значит, модем. Вот такой вот фирмы. Значит, его можно подключить напрямую к телевизору или подключить к интернету, чтобы смотреть камеры не где-то в другом городе или в другом месте, где есть интернет, подключение к интернету. Значит, инструкция. Это у нас кабель LAN, то есть подключение к модему. К самому интернету. Инструкция. 2 каких-то винтика. Инструкция у нас на должно быть на греческом и на английском языке, если я не ошибаюсь. Думаю, что она на английском только. Вот такой вот вид имеет сзади. Значит, вот у нас входы. Сейчас резкость наведет. Значит, подключение. У нас есть HDMI, LAN, 2 USB, 12 вольт питания и подключение к монитору. На передней панели у нас имеются только кнопочки, какие-то HDMI, вернее лампочки, скорее всего, которые будут мерцать, какое подключено соединение. Значит, монитор, телефон, Wi-Fi, USB, мышь и PNP. Какое-то. Будем разбираться, что за ПМП. Теперь давайте посмотрим сами камеру. Не будем показывать вам все камеры. Покажем вам только одну. Это блоки питания на каждую камеру. Это блок питания к нему. К блоку. Да, он отличается от других. Он квадратный. Должно быть 12 вольт. 12 вольт, 2 ампера. 12 вольт 2 ампера. Здесь даже есть в комплекте мышка, USB мыш. Давай, мы просто посмотрим, какого вольтажа питается у нас сами камеры. Итак, 12-вольтовые, не знаю. 12 вольт 1 ампер. Вот. Шнуры, конечно, коротковаты, но будем как-то выходить из ситуации. Это что за переходник, так интересно? Какой-то интересный переходник. Тоже будем разбираться. Ну и сама камера. Камера тоже имеет свою антенну. Комплект крепежа. Уплотнитель. Антенна для Wi-Fi. Для передачи Wi-Fi. Белые камеры. Вот такая вот у нас камера с инфракрасным подсветкой, то есть ночного видения. Звук пишет, нет, скорее всего, нет. Будет видно. Не знаю. Значит, здесь тоже. Здесь идет питание на LAN и питание в сеть.
Вот питание в LAN меня интересует. Ее, короче, можно подключить, скорее всего, как и по Wi-Fi, По Wi-Fi, так и и напрямую через напрямую. интернет-кабель. Да. Два. Два входа. Я, конечно, смотрел, должен был быть еще один. Такой, который делает reset полностью. Если камера была в использовании, то ее желательно сделать reset, чтобы она всю полностью информацию до этого стерла. Да. Заново устанавливать. Но тут такого нету, я пока не вижу, не знаю. Может быть, А ну может в процессе может как-то через будет. этот, через кабель, сетевой кабель он, скорее В всего, через процессе. как-то себя покажет. И на обратной стороне камеры у нас, значит, для подключения Крепление. антенны. Укрепление, значит, так, скорее всего, вот у нас включается туда, Камеру я вставляется. не могу раскрутить. Она что, раскручивается? Она должна раскручиваться, камера. Не могу раскрутить камеру, посмотреть в середину. Ну, посмотрим раньше. Стоит гарантийная наклейка. Дальше посмотрим. Вот, и все четыре, и все остальные три камеры точно идентичного типа. Давай ее поставим так уже, чтобы она уже была видна. Вот такой вот принцип. Крепится или на потолок, или на стену, куда вам угодно. Будем смотреть дальше. Все, на этом все. Следующий процесс будет установка, подключение. Сами еще ничего не знаем, будем учиться и смотреть. Всем пока.